Бога глаголивый
Отечество наше, Богородице, Пресвятая Мария, со всеми святыми помянувши, славить Тебя, друг друга и живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Господи, помилуй! Святую Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга и живот на Христу Богу предадим. Тебе, Святого Богословенного, Преблагословенного Отца и Сына, и Святого Духа, ныне пресной, во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе друг друга и живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Благословися имя Твое, прославися царство Твое, Твое Сына и Святого Духа, ныне пресно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! 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 Я папе скажу. Святого Христового воскресения землю придет.
Христу увидевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твоего и мы славим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе и много не знаем? Имя Твое именуем, придите все верники, поклонимся святому Христову воскресению, всему приди Христом радостиму миру, всегда благословящий Господа, пое воскресение Его, распяти Его претерпев, смертью смерть разрушив. Священные архипастыри, честные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сей нареченный святый день, когда мир видимый, весь же и невидимый, прославляет начальника жизни и смерти победителя, сердечно приветствую всех вас пасхальным восклицанием. Христос воскресе! Воистину воскресе! Из года в год благая весть о воскресении победно звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью и смерть поправшему, и соделавшему нас причастниками грядущей вечной жизни. Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы с особым духовным чувством воспоминаем искусительный подвиг Спасителя мира, его крестные страдания и светлое воскресение. Пасха – это не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком прошлом народному обычаю. Это сама суть и ядро христианства, это победа, дарованная нам Богом. Со времен апостолов и до ныне церковь проповедует о воскресении Христа, как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не только, как о евангельском факте, но что особенно важно, как о судьбоносном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо воскресение Христово, совершенное Господом, искупление падшего мира, это самая большая радость, которую мы можем испытывать. Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас не обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства окружающего мира мы не терпели, все это ничто по сравнению с той духовной радостью, той надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог. По слову апостола Павла, воскресивший Христа из мертвых, оживит и нас, смертное тело Духом Своим, живущих в нас. Светлый день воскресения Христова, души миллионов верующих, преисполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха Христова является великим торжеством жизни, торжеством победы над смертью, несущим любовь, мир и духовное преображение. Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо воскресший Господь обновляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, дает силы для совершения благих дел. Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которая так необходима современному обществу. Она напоминает всем людям об истоках христианства, а также о грядущем вечном царстве, где будет Бог всяческое во всех. В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей радостью со всеми родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова священная веками традиция, следуя которой мы свидетельствуем о своей причастности к наследию Христову, и верив в то, что воистину воскрес Господь. Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием совершает свою спасительную миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая непреходящее значение евангельских заповедей, призывая к миру и согласию, служа духовному единению народов, проживающих в странах пастырской ответственности Московского Патриархата. Наша особая молитва сегодня о народах России и Украины, о том, чтобы воцарился мир в умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.
Возвещая превосходящую разумение любовь Божию, христианство объединяет людей, преодолевая национальные, культурные и государственные границы, ибо свет Христов просвещает всех. Воскресший Господь, да дарует всем нам с пользой для души продолжать земное странствование, памятуя о высокой христианской ответственности и призвании созидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую надежду. Пусть радость этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы посреди бушующих волн житейского моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего. Воссиявший от живоносного гроба свет славы Христовой, да пребудет с нами и озарит наши сердца, простираясь на ближних и дальних, на всех, кто будет нуждаться в нашем внимании и поддержке. Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю щедрых духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи свыше. Победном шествии за Христом. Аминь. Патриарх Московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2014 год. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего гробе живот даровал. Честники, выслушайте молитвы о святом очищении. Веруй, Господи, исповедуй, ко Ты, Всевышний Христос, Сын Бога Живого, пришли до мир грешных спасти. От них же первое есть ему, освящи вера, ко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самое честное кровь Твое. Молюсь об Тебе, помилуй мя, и прости мое прегрешение, вольно и невольно, между словом, между делом, между ведением и неведением. Исподобь меня неосужденно, причаститесь о пречистых Твоих таинств, оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими, ибо врагом Твоим тайно повьем, и лобзанья Тебе дам века Иуда. Но ты разбойник исповедовать, а промени меня, Господи, во царстве Твоем, нанесут ли в осуждение, будет мне причащение святых Твоих Твоим, Господи, на исцеление души и тела. Аминь. Первыми причастию приходят дети, потом взрослые, перед чашей не креститесь, руки на Божьей скорбите, крестообразно, давайте слух свой православный Сыне. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус!
слово Иоанна Златоуста. А еще их последний час пришедший, то ничто же сомнеться приступит. Благо человека любит. Река Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Сеньора Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Вадима Митрополита Иркутского и Ангарского, настоятеля братья и прихожей святого Авраама сего, и все православные христианы, Господи, сохрани их на многое лето. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну, чувствуется, устали. Чувствуется, устали, не так бодро. Дорогие мои возлюбленные христиане, братья и сестры, какой радостью этот день ожидается всегда, когда в него достигаешь, вот воистину христианину ничего больше не нужно. Все полнота благодати, все самодостаточно. Сегодня я увидел, что крестный ход получился не так, как первый раз был такой большой длинный, но все-таки местных жителей все-таки стало больше, чем приезжих. Вот если раньше в основном все были приезжие, то сейчас в основном это все местное население. Было так приятно видеть гостей идущих местных. Такой радостью мне это было на самом деле, что наконец-то в деревне появились люди, которые доверяют, которые приходят, которым не чуждо эта маленькая часовенка. Маленькое начало большого дела. Хочу со всех вас поздравить с достижением этого светлого дня. Кому-то пост был тяжелый, кому-то не очень. Но тем не менее, хоть как-то, хоть немножко, но все постарались. Постарались многие, очень даже, очень сильно постарались. И в этот раз нас даже отметил благочинный. Благочинный протоиерей сказал мне, что в нашем храме, как на небесах. Он здесь не был очень долго, но он не видел этого иконостаса ни разу, не сподобился. А тут он, увидев, посмотрел службу и сказал: у вас как на небесах. Я не подозреваю его в зависти ни в коем случае, но в голосе ноточка прозвучала, и мне, конечно, было тщеславно на сердце. Начальник отметил там. Но вообще-то, дорогие мои, это вообще-то ваши труды, ваша любовь, все ваши молитвы. Потому что без ваших молитв тут бы ничего бы не было. Нет верующих, не будет и храма. И будут верующие, будет и храм стоять. Потому что храм сам по себе без верующих никому не нужен. Вот начинает прибавляться местное население. Прибавляется в нашем храме. Видели, сколько кирпича мы завезли? И это еще не весь. Машин просто не хватает вывезти. Так вывозим потихоньку. Ну как дальше получится, так и получится. Ну что, подходите, дорогие мои, ко Христу.